Здрасте. Предлагаю обмен. Мне продукты и 3 пачки сигарет, тебе топор. Варись, бульончик. Вы нашли моего мужа? И дочери здесь, да? Он собирался на корпоративный тимбилдинг. Что это? Дерьмо. Эй! Мартин? Муса. Это твой первый поход? Вынужденный. Сбился с пути. А ты тут что делаешь в таком прикиде? Живу здесь. Один, что ли? Нет, я живу здесь. Один, да. Ясно. Да. У вашего мужа были проблемы с психикой? Нет. Мы, мужики, стали слишком нежные. Забыли, как развести костер без пищи, как поймать кабана. Ты поймал кабана? Нет. Его можно назвать грубым или жестоким? Нет. Мой муж – обычный мужчина, без странностей, как все. Я испробовал весь экстрим. Серфинг, бейсджампинг, участвовал даже в «Последнем герое». Все не то. Только тут настоящая энергия. Вау. Если решил стать викингом... Что он делает? Отошли от него! Опусти лук! Молчать! Что это за лохмотья? Он угрожал полиции. Будь готов к диким последствиям. Стой! Мужчина. Дорогая. Мартин? Прости, я тут на зуме. В кино с 13 октября.